Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере на ролеплей. Центральный округ Муник, здесь Кирилл Путболов. Не забывайте о день Муник при регистрации. Так, чуваки, видосы будут выходить реже, потому что две недели я буду работать. Всю информацию можете узнать в группе моей официальной, если что. Ссылочка на группу есть в описании. Там есть, кстати, фоточки с тем, как я работаю. Поэтому заходите, смотрите. И если хотите, чтобы я фоток больше улаживал по работе, возможно, то тоже пишите в комментариях и ставьте обязательно лайк, чтобы я больше там информации, может, выкладывал. Кем я работаю, ну, не знаю, рассказывать вам или нет, хотя там по фотке так, в принципе, думаю, понятно. Но, а кто не видел фотку, зайдите, посмотрите в группу. Сегодня мы поедем охотиться, да, пацаны, я хочу завалить медведя, блядь. Вот, надо, блядь, в жизни сделать две вещи. Построить дом, точнее, даже не две вещи. Завести семью, построить дом, посадить дерево и убить медведя. Вот, что надо сделать. Вот у меня есть дерево, не знаю. А, не, я на огороде, помните, садил деревья, точнее, овощи. Я думаю, пойдет тоже. Ну, семья у меня есть, фарм-меню, пацаны. Фарм-меню. У меня есть семья. Осталось только убить медведя, пацаны. Ну да, это, конечно, я в шутку говорю, но пример, думаю, прикольный я привел, конечно. Короче, погнали. Спасибо, дружище, что меня подрезал, спасибо. Короче, едем в магазин. Я узнал, что медведя может с калаша убить. Я видосик Кена видел. Я, блядь, хочу наконец тоже завалить медведя, понимаете? Просто завалить медведя хочу. Хоть одного хотя бы. И это будет просто охрененно. Зеппер по встречке ездит. Ну нормально, чё. Заебись. Чтобы вы понимали, пацаны, я работаю с 9 утра до 6 вечера. Сейчас у нас перерыв. Это получается перерыв с полвторого до трех. Полтора часа перерыв, и я вот пахал, короче, пришел. О, новая построечка. Пахал, пришел и решил видосик записать, короче, для вас. Батю, короче, обгородили жестко прям. Прям жестко. Так, все, я припарковал. На Чероне, да, поедем охотиться на медведя, ебать. Почему бы и нет? Конечно, на нем нельзя будет по полям ездить, но, блин, не хочу я гелик, что-то не захотел я брать. Так, нам нужен калаш. Ну, скорее всего, калаш это вот. Это ж калаш у нас. Да. Так, стоимость патронов. Окей, я покупаю много патронов. Я думаю, нам 1400 патронов с головой просто хватит. Поэтому мы едем на охоту на медведь. Блин, конечно, скиллов у меня вообще никакие не прокачаны. Поэтому, не знаю, будет, наверное, сложно его убить. Скорее всего, даже чтобы скиллы были прокачаны, но мы и так попробуем. Попытаемся, блин, потому что с этой винтовки нельзя его было убить. Оказывается, только с АК-47, получается, с калаша. Или М4 надо было брать. Чуваки застряли, малёха. Блядь, эти бортики понаставляли, это пипец, конечно, машине, подвески. Радаров сколько поставили, блин, ну, видимо, поставили, чтобы не гоняли здесь. Я не знаю. Насчет южного округа, пацаны, сирики тоже буду выходить, но не так часто. Ну, буду как-то чередовать пытаться, короче. Поэтому, да, по южному округу тоже сирики будут выходить. Я думаю, вы меня поймете, потому что видосы будут пореже, пацаны, выходить. Буду стараться, конечно, снимать. Выходных у меня вообще не будет, понимаете? Именно 14 дней буду работать. Выходные у нас будут тогда, когда только будет дождь, пацаны. И все. А так, все время я буду работать. Если что, мы только с мужичком там вдвоем работаем. Поэтому, да. Не знаю, можно было, конечно, влог бы снять. Если вы хотите, то пишите тоже в комментариях. Хотя, наверное, опрос в группе сделаю, делать влог или нет. Я бы записал влог. Чтобы понимали, я работаю на пятиэтажной крыше. На самом верху прям. И это, конечно, да, тут нужен железный яйца, вам скажу, пацаны, да. Я когда первый час залез, очковал, конечно, что-то. Было очково, довольно-таки. Но вроде бы привык к этой высоте всей и так далее. Так, какая-то машинка у нас здесь стоит. Какая-то машинка. Так, будем, короче, искать медведя. По полям мы ездить, конечно же, не будем. Мы будем ездить по тропинке. Поэтому, я думаю, будет все нормально. По тропинке, я думаю, можно на Чероныш ездить. Опачки, я выиграл бронзовую рулетку. Давайте ее покрутим, я думаю.
Так, ежедневная рулетка. У меня бронзовая. Ну, давайте покрутим. Может, что-то годное выпадет. Сейчас посмотрим. Я пока медведя, кстати, не нашел. Ну, будем искать хотя бы одного медведя завалить. И все, будет заебись. $344 000. Заебись, кстати. Довольно-таки неплохо. Так, ММ. Угу, это рулетки. Давайте заберем наши 44 тысячи. Или нам сразу их дали? По-моему, нам их сразу дали, да. Да-да-да, сразу. Хотя, стоп. Что-то я тут нашел. Ага. У меня, по-моему, XP не забран, да, один? Или, а вот, 8 XP. Забрать, заебись. Сколько мне осталось еще? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум. А, еще немножко осталось, еще буквально отыграть почти 9 часов и все. У меня новый уровень. Так, я нашел медведя, вон он баханный, короче. Давайте заглушу машину, только я открою, наверное, и заведу. И вон там еще один медведь. Давайте пробуем этого убить, медведя. Так, сдохни. Так, давайте я тачку сяду, то она сейчас пропадет. Там вон еще один медведь, короче. Так, пацаны, вы походу устроили на него охоту. Я поеду так к тому медведю. Вон он летает. Попробуем сейчас его завалить, короче. Так, респарм машины произошел уже, когда это было? 25 секунды. Я думаю, да, произошел, в принципе. Хотя не буду я тачку глушить, и закрывать тоже не буду. Так, погнали, короче, этого медведя замочим. Бля, конечно, из меня стрелок, блядь. Хотя, если шкура упадет, оно ж, блядь. Так, окей. Иди сюда, здоровяк. Куда побежал, блядь? Сука, он заспавнился, вы прикиньте. Эта гнида заспавнилась. Так, мне пришлось уехать леса, потому что у меня бензин качался. Без колес я остаться не хотел. Поэтому сейчас заправимся, едем назад. Там какая-то колонна поехала в лес тоже. Так, 90 литров заправляем. И поехали дальше, короче. Так, сейчас я развернусь по бурику. И поедем дальше. Обратно в лес. Так, впереди медведь где-то. Вон он. Давайте я открою тачку быстренько. Так. Сладкий, иди сюда. Иди сюда. Там перезаряжайся быстрее. Ты, блядь, пошел в пизду. Блядь, я не успел просто добежать. Ёбаный медведь, сука. Так, я нашел медведя, это, походу, тот же самый медведь. Так, я двигатель заглушил, чтобы было все заебись. Вон ты, сука. Иди сюда, блядь. Надо его убить нахуй. Ты можешь сдохнуть, пожалуйста. Ну, бля. Либо это кокосоль, либо я хрен знаю. Надо поближе подойти к нему, я думаю. Пизда, я сколько уже всадил в него патронов, на. Он, сука, не убивается, блядь. Какие-то чуваки катаются. Сдохни ты, блядь. Он просто не сдыхает, и все. Пизда просто.
Уже чередями стреляю нахуй, уже чем попало. Я его не вижу нахуй, он сюда бежит. Бля, он заспавнился, я ебал просто. Это пиздец. Он тупо заспавнился. Что? Чей вертолет? Мой. Что он от моего вертолета хочет? Медведь там нахуй. Чувак, там медведь. Давай быстрее. Секундочку. Ваша лицензия. А, ну я так и думал, заебись. Хуяно проверил меня. Так, погнали к тому медведю нахуй. Еще один заспавнился. Бля, сколько патронов нужно садить, чтобы убить, мне интересно. Давайте перезарядочку, бля. Приземляйся, мой сладкий, приземляйся. Давай, давай. Молодец. Ты можешь, сука, сдохнуть? Пожалуйста, можешь сдохнуть? Куда нахуй полетел, сука? Э! Гнида, иди сюда! Ты нахуй читер ебучий. Блять, есть! Я его убил! Бля, как эту хуйню забрать теперь? Бля, я убил его, но я не могу забрать эту хуйню. Как ее забрать? Давайте админам напишем. А, так. Слапните меня, пожалуйста. Чтобы я забрал тушу медведя. Так. Я ж над ней стою вроде. Я не вижу, блядь. Окей. Так, мне сейчас слаб тут, по идее, да? Что не то. Так, еще раз. Не помогло, блин. Я не могу ее достать. Блядь. Как я ее достану? О, еще. Два раза, пожалуйста. Так, на день надо встать. Надо ее забрать, блин. Я хочу тушу медведя. Конечно, всадил я, блядь, в него. Ебать, пуль, я ебу. Ни хера не получается, бля. Как его забрать, эту тушу медведя? Больше не могу. Блин, ну ладно, спасибо. Ёбаный в рот. Блядь, ну пиздец. Просто пиздец. Пробую на вертолете забрать. Хотя, мне кажется, нихуя не получится, конечно. Где эта хуета? Где-то она тут была, да? Или нет? Бля, я что, потерял ее? Что, ее забрал кто-то? Бля, или она пропала? Или то и другое. Она что, где-то тут была? Блядь. Охуенный змеоохотник просто, я в шоке, реально. Где-то хрень, а вот она. Блядь. Ёбаный в рот. А, ее надо забрать нормально так. Может, здесь на вертолет залезть? А, ну, сейчас попробуем. Хотя хуй там, мне ж слепали даже не помогло. Так. Да ёбаный в рот. Вот как ее забрать? Вот как, блин? Тот чё он летал, этот... Медведь ебаный. Так. Оп. Да ты, сука, заебала меня. Упади нахуй.
сука. Я реально заебало. Ну как ее забрать? Вот как, блядь? О, сейчас скажу, чтобы не слапнули. Вообще, я буду так стоять, меня слапнут, по идее, я должен забрать его, да? Так, чуть-чуть подвинься. Это будет, блядь, схема века, нахуй, отвечаю. Так, я над ней стою, по идее, да? Да, вроде. Так, сейчас главное залезть, написать, чтобы не слапнули. Вот и все. Это ебаты... Меня бомбит уже. Так, я еще раз написал, короче. Катерина какая-то. Значит, работает по вашей жалобе. Так. Слабни меня, пожалуйста. Должно проканать. Е. В. Блять. Надо было нажать что-то, надо было нажать? Или нет? Ёбаный в рот. Еще раз. Еще раз, плиз. Надо Alt нажать или что, чтобы еще? Как-то надо его забрать. Спасибо. Есть, сука, я забрал. Папочка смог, блядь, это сделать. Заебись. Ну что ж, на это будем заканчивать. Я и так уже серию затянул. Мне через 40 минут уже на работу идти, даже меньше. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вводите мой ник, IP, группа Модпак в описании. Заходите играть вместе со мной на родину. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.